сильные, смелые, трудолюбивые. Эти парни работы не боятся. Идет вторая неделя трудовой смены. Сделать предстоит еще многое. В числе работы благоустройства города – помощь нуждающимся пенсионерам. В основном, когда мы ходим с отрядом, мы убираем мусор, траву подметаем. Мусор мы собираем в мешки и мешки потом выкидываем. Это тоже приятно. Помочь бабушке, которая не может сама это все сделать, это очень приятно и благородно. Адресная помощь заключается в благоустройстве домов и дворов одиноких пенсионеров. В основном трудоотрядовцы помогают наводить порядок в огородах и складировать уголь, что далеко не по силам пожилым людям. В этом сезоне работает 90 ребят. Многие среди школьников уже не новички. Есть опыт работы прошлых лет. Кто-то работает впервые. В прошлом году у меня работал друг, который рассказал мне про молодежный центр. Я подумал, почему бы не заработать денег. Ну и пошел, в общем, записался. Сдал все анализы и работаю теперь здесь. Деятельность трудоотряда будет продолжаться, ведь многим пожилым людям сейчас нужна помощь. Тем более, что компания «Суэко» дает возможность ребятам не только приучиться к труду, но и получить за него заслуженное вознаграждение. Анна Шуркова, Павел Желтиков, РИА Ленинск.